Wieder 2-7-9-1, zurück zur Shore 2-7-0. 2-7-0. Информация борт на 11 часов, удаление 35 километров в наборе, интервал обеспечен. Информация принята, спасибо, аэрофлот 3-5-0, Обеда 2-7-9, разрешаю вход. Победа 5-3-8, работайте на контроль, 125-5. 125-5, победа 5-3-8, спасибо вам, всего доброго. Перед 5-1-2, Патео 3-9-0. Победа 2-7-9, принял. Слишком размытая для грозовых. Грозовые отрезки вектор А333 до 342, удаление А68 до 82 километра. Вектор А291 до 322, удаление А77 до 93 километра. Смещение северо-восток 17 километров в час. Сообщите получение ИСК минеральной. Победа 279, новый подход, день добрый экипаж, вопрос, время, точка, Майк, Майк, 036, снижайте шоу, 80. Победа 279, после прыжка точки Майк Майк 036, заход по своему числам, Ларин 5, Браво. Победа 279, Тайвер Депса, проходите работы с другом, 126. Победа 279, мы вот этот круг, добрый день, пожалуйста, позвонный расчет. Зулова ПП 30, Линейш 10, 16, 200 пасхали, сижайте 4000 футов, попышка Майк, Майк 036. Сразу без ограничений не сказал? Победа 279, на Майк Майк 06, занять ниже 4000 футов, МВВ по северу 4000 футов. Думаю, мы с ним на разных языках не знаем. Круг, добрый день, Рафон 13.05, Ларин 5, Майк, набирая эшелон 100, пересекает 2500 футов. Рафон 13.05, Вода Круг, добрый день, пожалуйста, поздно набирайте эшелон 100, все, вокзал Ларин 5, Майк. Набираю 100, Ларин 5, Майк, 13.05. По 13.05, после пересечения 4000 футов, справа прямо Ларин, разрешаю, набор ушел 100. После пересечения 4000 футов, прямо на Ларин, работа 13.05. Победа 279, после точки Майк Майк 036, снижайте 3000 футов, согласно схему, я разрешаю заход в углу вот в этой.
Майк 010, положение снижения 3000 футов. Линия 18, равно тоже со стартом 128, запрямо на старт. Победа 279, минуты старт. Добрый день, экипажи, удаление 16 км на курсе, полоса 30, ветер 40 градусов, 4 метра в секунду, посадку разрешаем. Speed check.
Approaching minimums. Minimums. Победа 279, работайте с рулением 121,9.
shut down engine number 2, please. Engine stand number 2, confirm. Yes, sir. Cancel. Check. Go, shut down. Бьют они рекорд очковых. Насчет чего? Насчет подключения ground power. Или даже... Там долго, да? Нет, там очень быстро было. Но здесь, походу, тоже. Не Внуково. Дорогие друзья, говорит, у них проблемы. Добро пожаловать в Минеральные Воды. Если у вас есть хорошее место, то помощь нам нужно тоже уже 20 градусов. Я благодарю вас за компанию «Победа». Желаю всего самого замечательного. До новых встреч. До свидания. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking again. Welcome to Минеральные Воды. As you can see, the weather is pretty fine. The temperature is plus 20 degrees. Thanks for flying with «Победа». I wish you all the best. Have a nice time and welcome back. Сейчас время 8:30. И сколько оставим у нас получается ровно 7:980. Окей, так запишем. 7:980. Да. И у нас 9:00, у нас есть 29 минут на развлечение для финиша. Да, я за вас послал. Время нам подскажет. Да, 18.
Наталья Дина, у меня вопрос к центральному лофту. Повезет, может быть, 5 майк, 30-я полоса. В принципе, что не повезет, если это как-то и будет, не поймет, да? Так, ну что, улыбаюсь. Да, конечно. I risk you.